Так, новая игра, исследуйте новый мир. Все, поехали. Ой, летать могу. Стрелять могу. Баллистика есть. Ой, бомбить могу. Ага. Ой, я себя захуярил. Что такое F? А, пнуть что-то ногой. Ай. Случайные заклинания. Минимум, да? А, это куда я смотрю? Прикол. Ой, бля, ой, бля. Захуярил кого-то. Блять, я все бимбы потратил. Все, не могу. А так бы бимба бы уже. Бля, бля, сука. О, вот это мне, видимо, надо, да? Так, ой, ой, ой-ой-ой, в смысле, в смысле, в смысле. Так, это я поджег? Так, и почему эта хуйня в ограниченном количестве? Так. Ебни, блядь, от меня. Гля, гля, что-то тушится, оттуда слизь вылетает. И эта слизь сжирает... Да все, она нахуй сжирает, блядь. Ой-ой-ой. Нихуя себе. Будет она... Гля, там еще что-то мигает. Надо как-то хильнуться. Гля, гля, она прям сквертанула сюда жидкостью. Ой, фу, блядь. Я ее везде тут трогаю. Жижу. Ну, у меня все, 4 хп осталось. Давайте я умру, посмотрим, что будет. Ладно. Ой-ой-ой, блядь. Это вагонетка? Крови искупнулся. Подожди, я хилюсь? Я хилюсь от крови? Нет. А от чего мне хилиться? Или мне надо изобрести хиловые заклинания какие-то? Я слышал то, что тут именно изобретение и комбинации заклинаний. И от этого, ну, ах.
То, что можешь что-то накомбинировать, что у тебя пиздец там компьютер ляжет. Ой, блядь. Ой. Что-то я домой иду, получается. Подожди, тут есть карта, я почти уверен. А этаж пройти мне вниз надо? Ой, блядь. Давайте я сдохну все-таки, попробую заново. У меня скилла побольше теперь. Заебись, причина смерти. Аж, шлюхся. Смотри, Кокс, что я купила. Да, я видел, Коксмик. Давай попробуем. Или ты пробовал? Да. Когда ты пробовал? Да, я такое уже пробовал, это вообще невкусное. Каждый раз по новой надо? А вдруг попадется вкусное? Dragon's Fruit RGB, ребята. Может, тебе попадался невкусный? Ну, давай. Сладенький. Тебе присутствие, да, попадался какой-то? Ну, давай тогда делись. Насколько тут все... Ну, одно и то же будет. Подожди, что это? А что там внизу? Ну, что? Ну, хуйня. Хуйня, реально? Я вообще безвкусный пробовала. Этот хотя бы... Ну, нет, этот прикольный пук. Он хотя бы вкусный. Какой-то противный вкус. Наоборот, прикольный. Похож на сладкое что-то. На редиску. Z. Что я сделал? Что я сделал? Ну, мне понравилось, кстати, прикольно. Интересно, во Вьетнаме они такие же? Феромон для червей, блядь. Реально испаряется, что такое такое, не? На, хочешь? Да нет, не очень. Охуеть. Ай. Ай, блядь. Вкуснее, да? Так, ну хотя бы это я понял, реально. Ну такой себе. Ну да, шкребок. Мне надо что сделать, блядь? Мне надо дозреть до этого. Я еще видел ролики, то что, ну, там говорились, ну, первые 20 часов, вот вы будете бегать, вам ничего не будет понятно. Ну, кайф, блядь. Я специально взорвал, чтобы посмотреть, как это дерево сгорит. Прикольно. Просто эстетика. Гля, еще дым скапливается. Не, ну у меня нечем копать, и я не очень понимаю. Чё, куда вот мне именно двигаться по жизни? Нихуя! А как вниз огонь пошел? Как мне смешать воду и кислоту? Я ее разве могу взять, блядь? Не могу смешать. Ну как? Мне ее надо набрать, допустим. Ой. Mm.
Ты чё, сука? Эта сука стреляла кислотой сейчас. Могу ли я в эту бутылку набрать кислоту? А, у, а, ай! Охуеть! Ну, кстати, меня не так уж и жестко надамажили. Надо научиться хил создавать как-то. До сих пор что-то горит. И золото я вижу, то что, ну, видимо, его добывать как-то нужно. Охуеть, гля! Ой! Это все кислота была, видимо. Это горит кислота? Ой, блядь, я обоссался, сука. Надо, может быть, смыть себя кислоту. Ну да, прикол. Так, ну там вот волшебная палочка, видимо, какая-то новая. Блять, вода заканчивается, что ли? Блять, я думал, я ее наполняю. Ладно. Так, смотрите-ка. Какой-то жезл. Случайно, да, заклинание. 6 что-то. Ну, давайте я возьму его в первую. Да? В первый слот. Ага. И что ж случится, когда оно у меня закончится? Я думал, их можно перемешивать. Так, ну у меня теперь, да, действительно есть какая-то кластерная пушка. Что вот так делать? Нихуя не произойдет. Сыночка, я Сан-Тропе. Босс, я был у вас на 2500 рублей. Я заказал у Бородора футболку Ангелочек Инфантил, а мне пришли Ангелочек Инфантил и Рептилоид. Вы прогретый гайчик. Значит, кому-то они не пришли. Блять, ну там определенно что-то лежит, но я вот не знаю, как... Мне надо как-то попасть вот туда сверху, но у меня уже 34 хп, и я скоро опять сдохну. Так. Новый волшебный жезл. А ну-ка. Бесконечно стреляет. Вот это уже какое-то интересное, бля. Бля, нахуй, бля. Так. И при этом цвет зеленый и может чуть-чуть копать. Копает землю. Но не копает камень. Так. А я не хочу себя сейчас, я убью. Опа, подождите. Какое-то это масло. 100% это масло. Давайте тогда. Да, это масло. Гляньте, пока горит, вода испаряется. Это пар водяной.
Я сам обмазан сейчас на 64%, на 46% в масле. Так, надышусь ли я паром? Ну, по идее, паром нельзя дышать. Гля, и все, осадки пошли. Охлаждается. Начинаются осадки. Я хочу, короче, вот в этот баллон набрать воды. А, набирается. Все, набралось. Ну, по идее, окей, был бы я в масле, видимо. Ой, в смысле? Погаснет уже. Что я сделал? Блин, ну теперь мне нравится, конечно, блядь. Но это фул рандом, да? Лимануть, может быть, перезарядка какая-то. Бля, еще и рикошет есть. Видите? А где я должен увидеть? Что я должен? Блядь, вот почему это горит? Это типа залежи... А, это уголь. Это реально уголь. Так. Вот. Я хочу выйти вот сюда. Ну вот так, да? Гля, теперь вода полилась. Но тут именно игра на физику смотреть, да? А где, типа, где прочитать? Гля, я потратил. Есть хилка. Что зеленое дало? Все заклинания обновлены, добавлены. Сколько у меня золота? Опа. Что, блядь? Так. Ребята, а как мне вот... Допустим, смешать жезл дробовика с жезлом... В кровь, в воду, болото и алкоголь. Сможешь спокойно прыгать, они работают как вода. Кровь, вода, болото и алкоголь. Ну слушай, алкоголь-то он наоборот горючий. Переставлять заклинания. Вот так вот друг с другом попытаться их сепить. Нихуя. Нажми на Tab. Типа... Вот так вот. Потом. Ага.
Ну, они одинаковые, да, были? Да. Ну, я хочу что-то бесконечное. То, что конечное, мне вообще похуй. Так. Фейерверк. Давайте попробую купить фейерверк. Куда он положился, этот фейерверк? Ага, вот он, да? Он дамажит вообще кого-нибудь? Ага, рикошет. Искровая молния. Искровая молния. Искровая молния с активацией. При столкновении вызывает другое заклинание. Допустим, вот такое. Получается. Принципу идет выбор, чем оно будет стрелять. Так, у меня 127 рублей. Давай. Зе! Двойное рассеянное заклинание. Цепная пила. Цепь молнии. Не понял. Так, а ну-ка, ребята. Это типа я что, пилю прям? Ну да, потихонечку пилю. Так, блядь, ну и чё, что деньги и хп не видно, нахуй? И чё, блядь? Охренеть. Так. Зэ. Ну вот это уже пиздец. О! Непон! Почему? Взрыв спавнится прямо здесь, да? Да. Я понял. Я понял. Это реально надо, когда чего-то касается, тогда чтобы был взрыв. Потому что так я спавню взрыв прямо перед собой. Охуеть. Тогда я создал одно из... Ой. Ну, одно из самых охуенных уже заклинаний. Я могу бесконечно... Я понял уже, как комбинации делать. И я понял, как бесконечно, по идее, просто я могу настреливать взрывы. Мне вот это больше не надо даже. Я понял еще. Случайные. Заклинание слэш использования. Угу. Так, подождите. Бля, я думал, что фейерверк это рассыпание на несколько частичек. И...
Я думал, я могу много, я 100% могу кластерный взрыв сделать. Много взрывов я могу сделать. 100%. Но пока уже хорошо. Уже хорошо, то, что я до этого додумался. Даже поменял местами, то есть вот так будет. Этот вообще можно отсюда нахуй убрать. Ну вот это, блядь. Толку от них. Блядь, ну я 100%, сука. Сейчас. Иди нахуй отсюда. Что будет, если эта хуйня будет разбиваться на 3? Вот в такой последовательности. Угу, не, я понял. Ну, по идее, самое охуенное я купил. Реально. Я теперь могу, по сути, бесконечно летать. Все, я сюда не вернусь, да? Ой! Ой. Гля-гля, ядерная хуйня какая-то. Живучая тварь. Да ебать! Камень я копать не могу, все равно. Как же мне теперь не хочется умирать, чтобы не проебать вообще ничего. Так, и вот золото. Да, да, золото реально. Так, и оно уничтожилось? Нет, еще золотишко. Блять, много денег сразу дают. Я теперь могу реально копать себе деньги. Так. Твердая слишком. Тихо, блядь.
нахуй ебу, сука. Так, я смыл с себя этот позор. Нихуя, бля! Кто ты, сука? Ай, бля! Ох, ну становится сложнее, реально. Мне вот туда надо, но тут испарение говна, я 100% уверен, что его нельзя касаться. Так, пары говна. Ой-ой-ой. Это хуйня, которая, блядь. Какой-то у этого жезла перегрев ёбнутый. Да не, какой-то ёбнутый перегрев, чё-то ёбнутая хуйня. Ой, блядь. Это хуйня. Эти взрывчики вообще полная хуйня по сравнению с тем, что я уже могу. Мне надо отсюда вылезти. Блять, это хуйня полная, я не вылезу, наверное. Чуть-чуть осталось. А мне тут двигаться надо просто куда глаза глядят, да? Опять уголь, сука. Гля, я зависаю, просто пиздец. Сука, сыт мочой своей ёбаной. Ай! Ай! Да, я... О-о-о! Я реально хорошо собрал. Повезло. Очень повезло, видимо. То, что я... Ну, я могу сейчас по потолку... ползать, и мне ничего не будет за это. Thank you.
Я могу еще эту жидкость уничтожать, она при взрыве. Ну, видимо, супер испаряется как-то. Такое чувство, что это тоже было. Ой. Ой. Да пи... Ёп... Воу-воу-воу-воу! Эу-эу-эу, блядь! Охуеть! Сука! Нет, нахрен. По-моему, дробовик наносит больше урона, чем взрывнуха. Видимо, какой-то край карты. Какая-то слизь, жидкость. Что это? А что это за жидкость? Ой. Водой все смыть, смыть. What the fuck, мазафака, сука, блядь. Случайные заклинания. Здесь идет четкая последовательность, да? Сейчас. Раз, два, три, четыре. И сейчас будет большой. Угу. Но, оказывается, еще интересно, что такое заклинание слэш-использование. Бля, это большой пенис просто розовый.
Я проебал. Потому что меня застрелил чел из дробовика, пиздец. Охренеть, нахрен. А ну-ка. У меня нет денег вообще, к сожалению. Ой, блядь. Тут камера, ой, карта. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Япон. Почему оно замедляется? Почему мой снаряд замедляется, блядь? Япон вообще, блядь. А почему замедление снаряда происходит? Что я не так сделал? Начинает медленно вниз падать. Ой.
Бля, круто. Крутая игра. Ну, я теперь не хочу стремиться сразу к концу. Я хочу побольше золота собрать, чтобы купить там себе что-нибудь в конце крутое. Вот это пока самые бесячие хуйкины, которые я видел. А все, тут каждый раз заново. Все вообще теперь заново. И не будет ни одного такого же, видимо, прохождения. Что жалко чуть-чуть, потому что комбо... Что он насрал? Круг тишины. Поле замораживающей магии. Ну, надо на ком-то это попробовать. Блять, ну оно все с конечными этими взрывами. Это хуйня. Блять, а что так трясет? Я вот спускаюсь, там что-то трясет люто. Ты что нахуй? Я понял, я извиняюсь, я извиняюсь. Я про извин... Блядь. Подожди, он сдох? Он сдох. Помер. Да чё ж так дорого-то, сука? Мне только на это хватит. А можно свои продать? Просто бросаться динамитами. Еще и на два разделиться. Ты нахуй тебя. По льду даже трещины есть, блять. Thank you.
Чё, бля, за анаконда, бля? Ну, пока хуйня оружие. В прошлый раз гораздо круче было. Да, блядь. Что это за хуйня? Как я это создал, вот это? Это какая-то святая вода или что? Концентрированная мана, бля. Бля, ну это хуйня полная, но тут интересно то, что полет вниз некоторое время после наложения заклинания снаряд летит вертикально вниз. Блин, надо, видимо, кого-то ударить этим снарядом. И почему-то иногда просто назад отлетает. Ну вот, да, просто. Раз меня такой захуярил. Угу. Да ну, бля, я опять сейчас умру. Это вообще недалеко стреляет этот фейерверк, хуйню наносит. А, не, ладно, он наносит нормально. Сейчас. Ну да, там. Это еще сейчас критом было. Ой, с дробовиком, сука. Крыска, крыска-вонючка, крыска-вонючка. Такое чувство, что вот эта шняга очередями стреляет. Все всегда заканчивается тем, что оно сзади вылетает. А как перенастройку произвести? Или это только в храмах?
Реально? Сука. Да что там происходит, пиздец? Да, блядь, ну я весь в жижке этой, блядь, от вейпа. Ну, лед мне не очень нравится. О, да. Но это мне тоже не очень нравится. Меня. Прикол, блядь. Что-то оно не очень случайно дается, оно дается то, что уже давалось до этого, блядь. Вечная волшебная. Ой. Я горю, блядь. Опять будет вниз лететь снаряд сразу. А, я горю. Я реально могу есть трупы, я в чате это прочитал. Замораживающее испарение. Так, а зачем я могу есть трупы? Я реально ем.
Ага, гля. Могу снежок подпарить. Блять, вот почему нельзя перенастраивать сейчас? Я бы сделал так, чтобы сразу по две, ну, по две вот такие штуки были. Блин, этот лазер крутой оказался. Я могу пить кровь? Что-то меня поджигает. Ну давай, не гори уже, блин. Блять. Да, блять. Ё, блять. Блять. Ой, я вышел случайно. Прикол. Ну и нормально. Так, ну все, подпусечники, давайте. Пока всем.